Пока в Украине бушует корь, всего зарегистрированы 1285 случаев, на Харьковщине известно об одном эпизоде. На прошлой неделе заболела 30-летняя жительница Сахновщинского района, которая перед этим отдыхала в Яремче. В целом же по стране вирус с начала года унес жизни 8 человек. Ситуація на Харківщині прогнозована і стабільна. Ми сьогодні не маємо ніяких спостережних таких моментів щодо спалаху епідемії. Все проходить в штатному режимі. І ще раз наголошую на те, що всі заклади охорони здоров'я забезпечені усім необхідним. Корь – інфекційне заболівання, передающееся воздушно-капельним путем. Поражає дітей і взрослих, якщо немає імунітету проти цього вірусу. Інкубаційний період – від 6 до 21 дня. Серед симптомов – высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, расстройство желудка и рвота. На 4-5 день болезни на голове появляется красная сыпь, которая со временем распространяется по всему телу. Вирус опасен осложнениями, так как снижается иммунитет. Единственный способ уберечь себя от болезни – вакцинация. В Украине прививают только бельгийским препаратом Приорикс. Врачи акцентируют внимание на противопоказаниях, опубликованных на сайте Минздрава. Одно из противопоказаний – это аллергия на желатин. Значит, в состав вакцины не входит желатин. В частности, вот там было сказано, что можно вакцинировать и детей, и взрослых с температурой, вернее, с повышенной температурой тела. И сказано было, что вплоть к 38,5, но это неправда, потому что любая повышенная температура – это противопоказание к вакцинации. И наоборот, производитель считает возможным вакцинировать с доказанной аллергией на куриные яйца, которые опять-таки входят в состав вакцины. Перед прививкой врач рекомендует сделать клинический анализ крови, а в идеале – иммунограмму. Очень важно проверять напряженность иммунитета. Это то, о чем не говорит никто. Вакцина не является стопроцентной защитой. Ни одна доза, ни две дозы не дают стопроцентной гарантии будущего незаболевания корью. По словам врача, делают такой анализ в институте Мечникова. Обойдется он в 150 гривен. Купить вакцину от кори можно в государственной сети. В аптеках она стоит в среднем 350 гривен, а в частных медцентрах примерно 600. Детей в возрасте до 18 лет прививают в поликлиниках по месту прописки бесплатно. Ольга Куриленко, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».